Меня слышно? Да, слышно! Емай, алмазы там, я просто в ахуе! Знаешь, я просто в ахуе! Я, конечно, не могу объяснить полностью свое мнение. У меня как-то словарной речи не хватает. То ли сердце бьется, то ли не бьется. Короче, была не была, на стриме сейчас попробуем. Я не знаю, пацаны, я не знаю. Давайте, только, пожалуйста, молчите. Я отвечаю, у него будет эмоций очень много. Отвечаю, ладно, сделаем. Хорошо, сделаем, братва. По-братски, только, пожалуйста, прямо сейчас, просто поставьте лайк. Пожалуйста, по-братски, я вас очень прошу. Папа, давай так. Тихо, Кирилл, тихо. Я, конечно, понимаю, сынок, что ты сейчас скажешь. Папа, почему ты мне не донатишь? Кирилл. Да, если, друзья, мы ему выбьем. Друзья, в натуре, друзья мы. Представляете, мы ему сейчас выбьем штаны ангела. Если сейчас мы ему выбьем. Вот я, ну я сейчас скину ему 2500, ладно. Скину сейчас 2500 ему алмазов. Выбьем, если мы ему выбьем штаны ангела, если мы ему выбьем. Оденем эти зеленые штаны ангела, и пускай он в лобби стоит с этими штанами зелеными, да? Ебать будет жестко! Вот это эмоции, да? Привет, а новый подписчик, а аккаунт разыграешь, а... Вот этот нет. Ладно, пацаны, сейчас я быстренько. Мы заходим, сейчас, секундочку, братва. Секундочку. Так, копирует айдишник. Блин, братва, по-братски. Вот за такой контент поставьте лайк. Я такое делаю впервые на стриме, отвечаю. Вот такое дело на стриме, это впервые. Это впервые такое дело на стриме, прям впервые. 16.81, вот реально, такое дело на стриме впервые. КГ, поехали. Сколько у меня? Ну давайте, я надеюсь, возможно. Если братва сейчас поставить лайк, я вам отвечаю, мы должны выбить. Это реально контент такое дело впервые. У меня подписчик, медподписчик, давал это аккаунт на открытие лутбоксов. Я открыл лутбоксы, сейчас нечаянно на него зашел. Реально нечаянно зашел. И я прям при всех вас, я сейчас постараюсь ему выбить штаны ангела, друзья мои. Я такое делаю впервые. Надеюсь, вы оцените. Сейчас поставите лайк, прям все. Обязательно поставьте лайк, братва. Это впервые. Он будет в шоке. Если сейчас мы выберем ему штаны ангела, я постараюсь ему сразу одеть. И чтобы он сразу же, когда зашел в игру, увидел у себя на аккаунте в лобби, что он стоит в зеленых штанах ангела. Что будет за эмоции, друзья мои? Что у него будет за эмоции? Нормально? Братцы, пожалуйста, вот такой контент я делаю впервые. Ей сейчас каждый поставить лайк, это будет жесть. Так, алмазы переводятся потихонечку, друзья мои. Сейчас алмазы переводятся. Сейчас только осталось, пожалуйста, выбить. По-братски, пожалуйста, по-братски, пожалуйста. Есть, алмазы пришли. Фух, спокойствие, пацаны, переполнять эмоции. Выбиваем? Фу, поехали. Есть! Четверо, есть. Так. И вам будет в шоке. Пацаны, контент. Зашел на аккаунт подписчика и при вас... Пытаюсь ему выбить штаны ангела, друзья мои. Короче, это, считай, будет прокачка ему. Он будет в шоке. Он реально будет в шоке. Получить 3 попытки. Пробуем. Пожалуйста. Если сейчас мы выбьем ему за эти алмазы, это будет жесть. Это будет жесть, братва. Как меня переполняют эмоции, братиш. Как меня переполняют эмоции. 2000, пацаны. 2000. Пожалуйста, друзья, пожалуйста, поставьте лайк. Получить попыточки. Давай, пожалуйста, ну красиво сделай. Друзья, по-братски, поставьте лайк, пожалуйста. Чтобы вы понимали, это аккаунт подписчика. Он, если сейчас зайдет на свой аккаунт, увидит штаны зеленого ангела, но он будет орать. Он по-любому, он сразу будет понимать, кому писать. Вот серьезно говорю. Давайте одну попытку сделаем, вот так вот. Чтобы можно было сразу крутануть одну попыточку. Так, подтвердить. Сейчас, друзья, мы секундочку.
А, да не-не, да, сыночек, это слишком долго будет, сыночек, это будет слишком долго. У нас нужно, сейчас нужно, нам сейчас нужно выбить. У нас получается, ну, фрагмент тоже будем, да, получить, забрать на склад, получить попыточки. Так, мне тоже, можно мне тоже. Честно, кто бы мне так выбил, я тоже бы орал бы, вот реально. Я бы тоже бы орал бы на всю Ивановскую, вот честно. Это вы представляете, вы заходите на аккаунт, друзья мои, а на вашем аккаунте уже есть, получается, зеленый штан ангела. Братцы, пожалуйста, добейте 300 лайков, друзья мои, 300 лайков, пожалуйста, добейте. Пожалуйста, кто сейчас лайк не поставил, добейте, я вас очень прошу. Контент делаю прям конкретный, вот реально прям конкретный. Если я выиграю прокач, как мне узнать, что это через WhatsApp, как узнать, что это ты через WhatsApp? Я пишу в телеграм-канале, голосовым говорю, все так далее. Блин, ну пожалуйста, друзья, пожалуйста, ну поставьте лайк, ну я без вашего лайка нам не повезет по-любому. По-любому. Это реально. Так, заблокировать мертвый, дружить, пошел нахрен. Так, быстренько, получи попыточку, получаем. О, не у эмоций, друзья, мы, пожалуйста, 70 лайков добейте, 70 лайков. 1600 алмазов осталось, ну неужели мы не выбьем? Ну неужели мы не выбьем за 1600 алмазов? Ну по-братски, дай мне выбить, а? Ну дай мне выбить, пожалуйста, дай мне выбить еще один камушек. Ну пожалуйста, ну красиво сделай. Алмаз закончится. Если закончится, это будет жесть, пацаны. Если закончится, это будет жесть. Я бы 300 лайков добейте, я вас очень прошу. 300 лайков, ну немножко осталось. Пока крутим. И сейчас пойдем на отборочный турнир, друзья. Сейчас пойдем на отборочный турнир. Ой, на отборочный, сейчас поиграть с Кириллом. Фу ты. Играйте с Кириллом, пока мне не напишут смс-ку. Потому что если мне напишут смс-ку, то отборочный турнир делать я не буду, потому что мне нужно будет уйти. Значит, стрим будет недолгий. Если мне не напишут, то получается, если мне напишут, скажут, что никуда идти не надо, тогда будут отборочные турниры, и тогда будем с вами уже делать турнирчики. Выбьем, семечко, думаешь, выбьем? Не выпадет? Блин, ну зачем вы такие плохие пишете вот сообщения, а? Выпадет. Блин, ну я хочу ему подарок сделать, друзья. Ну я реально хочу ему подарок сделать. Ну просто хочу сделать подарок, чтобы он зашел на аккаунт и офигел. Вот реально, и офигел, и увидел себя в лобби зеленыш на ангела. По-братски, друзья мои, я вас очень прошу, с вас поставьте, пожалуйста, каждый лайк. Добейте 300 лайков. Вот кто внизу лайк поставит, 100%, вы будете участвовать, также у нас будете участвовать на раздаче сегодня подарков, друзья мои. Сегодня уже будет раздача также подарков, как была и вчера. У нас каждый день, чтобы понимали, у нас раздача подарочков на ваши аккаунты. Вот, сегодня будем раздавать что-нибудь новенькое. Вчера раздавали эмоции, позавчера раздавали курточки, стенки раздавали. Сегодня что-нибудь новенькое разыграем. Так что, братва, если лайк поставите, это будет очень интересно. Очень интересно, потому что я вижу, что пока нам нифига не везет. Ну, неужели не выбьем, а? Ну, неужели не выбьем, а? 700 алмазов. 700 алмазов, друзья. Ну, неужели не выбьем, а? Ну, неужели не выбьем, а? Ну, он даже близко не падает. Ну, даже близко не падает, друзья. Ну, реально, даже близко не падает, а? Ну, он чтобы понимали, он вообще в конце. Он реально вообще в конце. Ну, пожалуйста, ну сделай ты по красоте, ну не мучай ты меня. Друзья, мы зашли на аккаунт подписчика, вот, и втихаря пытаемся выбить ему зеленый штан ангела. Такой контент делал впервые. Братцы, пожалуйста, 60 лайков, добейте вы. Внизу кнопочка лайк прожмите. Впервые в жизни такой делаю контент, впервые в жизни. Реально, просто я втихаря зашел на аккаунт подписчика и хочу, чтобы он зашел на свой аккаунт и увидел у себя в лобби зеленыш на ангела. Это такой, вот так, во, уже поближе к истине, друзья мои, уже поближе к истине. Так, комнаты, быстренько все тратим. Сразу две попытки сделай. Две попытки? В смысле, как две попытки? Ты про что? А, сразу две попытки сделать, раз и две, да? Ты мне говоришь, вот про это сделать? Блин, ну что не везет? Ну неужели не выбьем, а? Блин, ну серьезно? Друзья, что делать? Дистри, причем 50 можно? 50, почему, друзья, 50 можно? Пишите в чатике, я вас вижу. Еще одна попыточка. Друзья, мы что делаем? Что делаем?
Пацан, что делал, Кирилл, что у тебя с волосами? Блин, друзья мои, что, можешь докинуть на 500? Докидываем, друзья мои? Докидываем еще. Брат, докидываем ему еще? Докидываем еще? Аук, мое самое любимое. Докидываем еще, друзья мои, докидываем. Братцы, добейте 300 лайков, и я докину ему еще. Вот в комментариях, вот внизу кнопочка лайк нажмите, и докидываем еще. Докидываем еще, пофигу. Пофигу, докидываем еще. Друзья мои, кнопочка внизу лайк поставьте, пожалуйста. Подпишитесь на каналчик, каждый день для вас делаю турниры. Каждый день разыгрываю. Докидываю еще раз, ладно, докидываю. Я вижу, вы поставили лайк, по-любому все поставили, да? Вижу, поставили лайк, вижу, красавчики. Просто красавчики, друзья мои, просто красавчики. Ну давай докинем, ладно, была не была, ну а что делать? Докинем еще, пацаны, докинем еще, я не знаю. Беда, и даже, сколько мы докинем, друзья мои? Как думаете, сколько хватит? 1000 хватит? 1000 хватит, пацаны, как думаете? 500, сколько докинуть? Ну я хочу его порадовать, я реально хочу его порадовать. Как думаете, друзья мои, сколько ему докинуть? Пацаны, как думаете, 500? 1000? 2000? 1500? 2000. Блин, пацаны, ну я, девчонки, не знаю. Ну я не знаю, я с вами стану банкротом, отвечаю. Я с вами стану банкротом, я реально стану с вами банкротом. Ну ладно, делаю. Перевожу уже алмазы, друзья мои. Перевожу. С вас обязательно лайк. Мы зашли на аккаунт подписчика, нечаянно. Он давал мне аккаунт на открытие лутбокс. Он давал мне аккаунт, друзья, чтобы вы понимали, кто зашел новенький. И я зашел на его аккаунт нечаянно. И сейчас хочу на его аккаунте, чтобы выбить ему... Он даже об этом не знает. Хочу выбить ему зеленые штаны ангела. Чтобы он зашел на аккаунт и увидел себя в лобби зеленые штаны ангела. Реально, друзья мои. Пожалуйста, добейте 300 лайков, друзья мои. Добейте 300 лайков, пожалуйста. Внизу осталось буквально 23 лайка. 23 лайка осталось, друзья мои. 23 лайка. Добейте по-братски, я вас очень прошу. А тебе не жалко свои алмазы? Да, это не алмазы, Кирилл Атачев. Я трачу деньги. Какие алмазы, сынок? Я трачу деньги. Не жалко моих денег? Ну, честно, немножко жалко, я врать не буду, друзья мои, я реально врать не буду. Немножко жалко, но больше всего мне охота сделать приятно подписчику, вот честно. Я никогда, вот честно, не вру. Если я что-то чувствую, то я говорю, друзья мои. Не буду говорить, что да нет, не жалко. Немножечко жалко, где-то там есть. Но больше у меня всего лишь, больше всего охота сделать подписчику приятно. Вот реально, охота сделать подписчику. Я хочу, чтобы он порадовался. Скидываем, друзья мои, еще алмазы уже отправляются. По-братски, 300 лайков добейте. Блин, неужели мы не выбьем, а? Неужели? Турик у нас на 20 тысяч алмазов у нас 15 числа. 15 числа на 20 тысяч алмазов у нас будет. Фу, пацаны, 15 лайков осталось. 15 до 300. 15 лайков осталось. 15 лайков. Добейте по-братски. Ну, пожалуйста, выбись. Алмазы пришли, друзья мои. Я ему еще отправил 2400. Я уже потратил 3100 рублей. 3100 рублей. А, 3200, друзья мои. 3200 я уже потратил. 3200. 3200 рублей уже потратил. 1600 стоит 2400. Да, друзья мои. Просто делал подписчику подгон. Поехали. Друзья мои, ну я вам так скажу, на киви у меня осталось 26 рублей. Ну, стой, папа, давай я, у меня уже украли. Давай, сейчас, еще раз, кутанем. Мне же украли ручки. Yes! Изи! Как? С такой попытки. Изи. Это что такое? Папа, у него еще есть алмазы. Братцы! Пожалуйста, поставьте лайк, по-братски, поставьте лайк, я вас очень прошу.
Поставьте лайк, это просто нереально. Это просто нереально. Собираем. Забираем. Забираем. Экипировать. Изи, пацаны. Изи. Ставьте лайк. Прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, все уведомления. Кто хочет, чтобы я также для вас сделал, тогда вы все должны быть подписаны на мой канал. Для вас каждого бывает такой день выйдет, что реально я могу вам выдать такие крутые подарки, реально. Че? Друзья мои, он приглашает меня. Вот этот чел меня приглашает, которого мы выбили, пацаны. Вот этот чел приглашает, которого... Пацаны, вот этот чел, которого мы выбьем, он меня приглашает. Он меня приглашает, которого мы выбили. Он все скажет. Да ну иди, старый. Пацаны, спасибо. Приглашаем? Приглашаем? Он скажет, да ну иди, старый, спасибо за меня. Ты видел меня. Вот это. Алло, брат. Да, салам алейкум, брат. Алейкум ассалам, брат. Как ты? Меня слышно? Да, слышно. Дима, ко мне, короче, это друзья пишут, что Дистари там творяет чудо, да? Я не верю им. Я захожу в YouTube, да, ты там творишь там алмазы, там я просто в ахуе, брат. Знаешь, я просто в ахуе. Там подписчики пишут, давай, кинь ему алмазы 5 тысяч, давай, я в ахуе смотрел, просто я там написал, это я, Арман, алло, меня заметите, никто меня не замечает, ты творишь там, братан, пофигу выбил, ангел штанов. Я, конечно, не могу объяснить полностью свое мнение, у меня как-то словарной речи не хватает, то ли сердце бьется, то ли не бьется, братан, я просто в шоке стоял, смотрел, когда ты выбил ангел штанов, я из дивана... Брат, ну ты скажи, ты рад, брат мой? Я очень рад, брат. Я благодарю тебе. Я прям очень рад, брат. Брат, ну это тебе, короче... Ты просто супер, братан. Ты просто самый лучший ютубер, брат. Ты знаешь, сколько мы выбили шнангел? Мы выбили за 2500, выбили, короче, тебе зеленый шнангел. За 2500 алмазов. Да ну, брат, я сам в ахуе, да? Я офигел, брат. Я офигел просто.